Добрый вечер. В эфире программа «Кто хочет стать коррупционером?». И сегодня с нами играет самый честный человек в Кыргызской республике Нурлан Анарбаев. Нурлан, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы действительно хотите стать коррупционером? Да, понимаете, это моя мечта с детства. Вот специально приехал на вашу программу. Ну, в таком случае у вас достаточно шансов для того, чтобы замарать свои руки и совесть. Приступим. Первый вопрос. Водительские права – это варианты ответов. 3 месяца учебы в автошколе, 2 недели практики с инструктором, ящик дешевого коньяка и последний ответ – 8 тысяч сомов. Да, это очень сложный вопрос. Нурлан, вы сами скажите, вы больше по натуре пешеход или водитель? Понимаете, у меня со зрением не очень близорукость. Автошколу не ходил. Ну и знаки вообще не знаю. Вы, наверное, водитель маршрутки. Да, совершенно верно. Да. Ну, по вам видно. Итак, ваш ответ. Так, ну, значит, Нурлан, я хочу напомнить вам, что у вас есть 3 подсказки. Так. 50 на 50, помощь народа и звонок Кельдибекову. Ну, Кельдибекову мы позвоним попозже. Ну, народ что, ждал столько лет и подождет. А что такое 50 на 50? Это когда я вам как бы подсказываю, а потом выигрыш мы с вами делим 50 на 50. Откат, так сказать. Тогда 50 на 50. Компьютер, я прошу убрать 2 неверных ответа. Итак, Нурлан, остались 2 правильных ответа. А и Д. Дом. Дача. Дама. АБВГДИК. Значит, ну, я считаю, что вариант А – это 100% неправильный ответ. Поэтому вариант Д. Ну что ж, ответ принят. Я вас поздравляю. Правильный ответ – Д. Водительские права – это 8 тысяч сомов. Вы уже начинаете чувствовать, что такое коррупция? Ну, в таком случае переходим ко 2 вопросу. Итак. Я уже начинаю полнеть, понимаете? Да. Вид благодарности налоговой за свободное ведение сверхприбыльного бизнеса. Угу. Вариант А. Откат. Угу. И все. Один вариант, что ли? Один вариант, и все. Знаете, в такой ситуации у вас действительно только один вариант. Нет, почему? Вариант А. Есть вариант Б, Шавкат. А это еще кто такой? Он у меня родственник, в налоговой работает. Он так все решает. Ну, тогда можно добавить. Итак, вариант А. Откат. Вариант Б, Шавкат. Знаете, я считаю, что правильный ответ на этот вопрос будет вариант А и Б. Потому что через Шавката там-то легче-то получится. Родственник же, да? Родственник же. Ну что ж, я принимаю ваши ответы. И это правильные ответы. Я вас поздравляю, вы правильно ответили уже на 2 вопроса. Мы переходим к 3-му вопросу. Слушайте финальный вопрос, он как раз-таки определит сейчас, сможете ли вы стать коррупционером. Все, давайте. Чтобы ваше подпольное казино стало числиться как оздоровительно-развлекательный комплекс, нужно... Так. Варианты ответов. Вскопать грядку, танцевать в присядку, яйца в смятку и последний вариант Д. Дать взятку. Так. А у нас вот подсказка «Помощь народа». У нас еще осталось 2 подсказки. Это «Помощь народа» и последний звонок Кельдибекову. Да, «Помощь народа» что это такое? «Помощь народа» — это когда народ выходит на митинги, пикетирует, дороги перекрывает. А, не-не-не. Там же им собирать, платить, поить, кормить. Давайте тогда звонок Кельдибекову. Ну, давайте позвоним Кельдибекову. Давайте. Ну, звоните. Вы же должны позвонить. А как вы собирались звонить? У нас нет их номера. А у вас нет номера? У нас нет его номера. У меня тоже нет номера. Ну, что же вы от нас требуете в таком случае? Вы что, издеваетесь, что ли? У нас откуда его номер? Такое дело на смех.
считать. Чудак. Итак. Увы, Нурлан Анарбаев, уже время нашей программы вышло. Время нашей игры вышло, и вы не смогли стать коррупционером. Блин, да вы офигели. Как там вообще выиграть вашу игру? Как стать реально коррупционером, а? Вариант Д. Правильный ответ – вариант Т. Дать взятку? Подсказываю. Ну что ж, друзья, время нашей программы вышло, и я уверен, что среди наших телезрителей тоже есть желающие стать участниками нашей программы. Если вы считаете, что вы более удачливый и более смышленный, то вы можете обязательно принять участие в нашей программе «Кто хочет стать коррупционером?». Обращайтесь в студию, и мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего доброго! Ну кому дать взятку? Я хочу выиграть в этой игре, пожалуйста! Ты знаешь, что эта ночь для тебя. Она должна быть полной веселья и удовольствия. Натуральные компоненты, любимый вкус и чарующая свежесть живого преобразят твою ночь и подарят тебе всю полноту ощущений. Живое. Окунись в поток веселья.